Песню о России Настя Шурупова разучила недавно. Вместе с ребятами напела ее в детском саду. Уже год девочка занимается вокальной студией и делает первые шаги на большой сцене. Для участия в конкурсе Настя выбрала свою любимую песню о родине. В этой песне сравнивается о маме такой же доброй и милой. Поддержать Настю на конкурсе семья пришла в полном составе. Папа с братом подбадривали аплодисментами в зрительном зале, мама переживала за дочь за кулисами. Своим выступлением Настя открывала концерт, и это было волнительно для ее родных. Кроме песни, Настя читала стихи о Великой Отечественной войне. Дети должны знать о войне, о наших героях войны, и должны знать о детях войны, как они переживали это все. Фестиваль детской патриотической песни проходит в войсках Росгвардии уже в четвертый раз. Дети военнослужащих Саровского соединения традиционно принимают в нем участие. В состав дивизии также входят воинские части из Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей. И дети военнослужащих этих отдаленных подразделений участвовали в конкурсе дистанционно. Также отборочный этап прошли в тех городах. И общее количество участников на данный момент составило, которые вышли в наш дивизионный этап, 15 детей. Главными гостями концерта стали солдаты срочной службы. Ровно год они стояли на страже секретного объекта и охраняли ядерный центр от проникновения нарушителей. Срок военной службы подошел к концу, и праздничный концерт стал для них приятным сюрпризом перед дорогой домой. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.